Участники миссии Шэньчжоу-18, которые сейчас работают на орбитальной станции Тяньгун, совершили свой второй выход в открытый космос. В канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая сообщили, что Е Гуанфу и Ли Цун провели за бортом 6,5 часов, а их работу изнутри станции координировал Ли Гуансу. Тайконавты выполнили несколько важных задач, в том числе установили защиту внешнего оборудования от космического мусора и проверили обшивку станции. «Мы хотим максимально продлить срок службы станции. Вот почему мы обратили внимание на риски, с которыми сталкивается аппарат при длительной эксплуатации. И космический мусор – один из них. Теперь орбитальная станция лучше защищена от него. Она нормально функционирует и, надеемся, сможет проработать в космосе еще очень долго». Тем временем на Земле экипаж Шэньчжоу-17 впервые появился на публике после возвращения с орбиты 30 апреля. Тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэньцзе и Цзян Синлинь в ближайшее время смогут вернуться к регулярным тренировкам. Сейчас физическое и психологическое состояние членов экипажа оценивают как хорошее. Миссия Шэньчжоу-17 стартовала в октябре прошлого года. За 6 месяцев на орбите тайконавты провели почти сотню научных экспериментов и испытаний.